На этой неделе прошла целая череда терактов по всему миру. Сегодня, в вербное воскресенье, в Египте произошло сразу два взрыва в христианских храмах. Первый в коптской церкви в городе Танта. Во время богослужения себя подорвал смертник. А спустя несколько часов взрывное устройство сработало в храме в Александрии. В двух терактах погибли больше 40 людей, а больше 100 получили ранения. Позавчера теракт потряс Швецию. В Стокгольме грузовик выехал на пешеходную улицу. 4 человека погибли, еще 15 травмированы. Причем жертв могло быть больше. В машине нашли сумку со взрывным устройством. В этот же день террориста задержали. Им оказался выходец из Узбекистана, который поддерживал идеи ИГИЛ. Сейчас ищут его сообщников. В понедельник в Санкт-Петербурге в вагоне метро подорвался смертник. Погибли 14 человек. В больницах до сих пор остаются 45 пострадавших. Ответственность за теракт пока на себя не взял никто. В Москве и Питере полиция арестовала 8 подозреваемых в организации взрыва. И в столице Норвегии, Осло, теракт удалось предотвратить. Там вовремя обнаружили бомбу возле одной из станций подземки. Задержали и подозреваемого. Им оказался 17-летний россиянин.